Buonasera a tutti. Если вы будете смотреть это видео в записи, buongiorno. С вами итальяночка. Buonasera, buonasera. И сегодня мы с вами поговорим. Первый зритель, здравствуйте. Buongiorno, buonasera. Не знаю, когда будете смотреть. Сегодня мы поговорим с вами об устойчивых выражениях, о разговорных выражениях в итальянском языке. Вот так, такая темка у нас с вами назрела. Вот, поэтому мы ей сегодня будем заниматься. Давайте немножечко подождем, несколько, буквально пару минут, возможно, кто-то к нам присоединится. Чао, Алессандра. Алессандра. Умбач. Умбач, поцелуй, да. Алессандра, у меня высветилась надпись «Sta guardando». Чао, Элина, чао, белиссима. Три зрителя нас уже. Спасибо большое, что присоединяетесь. Меня зовут Итальяночка, если кто не знает и видит меня впервые. Ну, я надеюсь, что таких не так много у нас сегодня. Все свои, все свои. Все пришли посмотреть на... посмотреть, послушать. Да, хорошую, полезную информацию. Постараюсь сегодня вас порадовать. Allora, смотрите, значит, первое выражение, которое я выбрала для вас, такое позитивное очень, это выражение «ricco sfondato». Кто-нибудь знает, что такое «ricco sfondato»? Да, спасибо, спасибо за лайки. «Ricco sfondato» – это очень богатый человек, да, какой, несметно богатый. Я подглядываю свою статью, как обычно, я все время куда-то подглядываю в свои статьи, правда, на мой блог, итальяночка, на мой сайт, italianchka.altervista.org. Так вот, «Ricco sfondato» – это очень богатый человек, бессметно богатый. Состоит это выражение из двух слов, да, из «ricco» – богатый, и «sfondato» – бездонный. Вообще, «fondo» – это дно, да, то есть, получается, такой богатый, что прям до глубины океана, очень много денег у человека, ricco sfondato. Если вы хотите употребить это выражение во множественном числе, сказать, например, богатые люди, да, несметно богатые, то это будет ricchi sfondati, окей? А теперь несколько выражений с этим выражением, несколько выражений с выражением, хорошо звучит, да. Diventare ricco sfondato, стать очень богатым человеком, diventare ricco sfondato. Второе выражение essere ricco sfondato, быть богатым человеком. Третье выражение, ну не выражение, уже предложение, e ricco sfondato, он богач. В словаре такой интересный перевод был, у него денег куры не клюют, вот так, и куры сюда нам пригодились. Но это более художественный же, конечно, перевод. И buonasera, buonasera, Виталий, buonasera. Robe da ricchi sfondati, это для очень богатых людей, например, какие-то картины, да, может кто-то сказать, e roba da ricchi sfondati, cioè, quindi... Niente da fare, ничего не поделаешь, только богатые могут себе это позволить. Да, статейка очень интересная, как всегда, да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. В блоге в моем, ссылочку, как всегда, в описании к прямому эфиру я оставлю. Вы сможете не только прочитать, кто такой ricco sfondato, да, но и выполнить упражнения, которые в этой статье есть. Например, посмотреть видео, прочитать и перевести статью, то есть это уже на ваше усмотрение, если вы хотите это делать, вы можете сходить. А также там есть статейка такая полезная, как стать богатым. Кому интересно, могут по ссылочке тоже пройти и посчитать. Но это уже, как говорится, если у вас есть темпу либера, свободное время, пожалуйста, да, присоединяйтесь к прочтению статьи. Продолжаем наш вечер, la nostra serata. И давайте следующее выражение. Выражение такое. Te l'avevo detto, te l'avevo detto. Я ж тебе говорил или я ж тебе говорила. То есть, если вдруг кто-то что-то, ну, сделал, да, и получается, что сделал он это, не послушавшись вашего совета, вы можете сказать «Te l'avevo detto», ну, я же тебе говорил, вот если бы ты меня послушал, было бы все по-другому. Ну, «Te l'avevo detto», очень хорошее выражение. Ставьте плюсик, если выражение вам знакомо, и сердечки, если выражение не знакомо, если хотите как-то участвовать, если нет, я продолжаю разговаривать, да, вы можете просто слушать и заниматься своими делами. Allora. Следующее выражение venire in mente, приходить в голову, приходить на ум. И примерчики такие вам. Così su due piedi non mi viene in mente niente. Так навскидку, да, так сразу мне в голову ничего и не приходит. Повторю еще раз. Così su due piedi non mi viene in mente niente. Можете повторять за мной. Не бойтесь, сейчас ничего не записывайте, потому что все ссылочки на статьи с этими выражениями, они будут в описании к видео. Поэтому сейчас просто спокойно слушаем, пытаемся понять,
пытаемся что-то запомнить, возможно, случится миракул, чудо, и вы уйдете с прямого эфира. Но, ну, я не знаю, хотя бы с одним выученным выражением я буду феличиссима, да, просто счастлива. Итак, следующий пример. Che cosa ti viene in mente? Что тебе приходит в голову, да, на ум? Che cosa ti viene in mente? Или ti viene in mente qualcosa? Тебе что-то приходит в голову? Ti viene in mente qualcosa? Ну и вы, как всегда, повторяете: no, non mi viene in mente niente. Ничего мне в голову не приходит. Вот такие вот пирожки. Это выражение venire in mente. Приходить в голову, приходить на ум. Продолжаем, да? Continua. От глагола continuare. Выражение, следующее выражение «e vivo e vegeto» – «он жив, здоров, живой и невредимый», да, «e vivo e vegeto». Это же выражение мы можем и для девочек переделать, искать «e viva e vegeta». Вчера буквально я смотрела какой-то сериал, и там как раз одна героиня, которую считали без вести пропавшей, она так появилась неожиданно, all'improvviso, и она сказала «si, sono viva e vegeta», да, я вот такая живая и… че… Живая и здоровая и невредимая, ничего со мной не случилось, да, то есть хорошее очень выражение. E vivo e vegeto или essere vivo e vegeto, и, соответственно, потом вы меняете уже породу, смотря какой род вас интересует. Allora, далее, выражение очень хорошее, какое? Выздоравливай поскорее, если вдруг кто-то заболел. Как вы ему сказать выздоравливай поскорее? Guarisci presto, можете повторить сейчас. Guarisci presto, выздоравливай поскорей, да? И тебя вылечим, и меня вылечим, всех вылечим. Все будут здоровы. Продолжаем, да? Продолжаем наше познание, изучение. Следующее выражение это a buon rendere. A buon rendere переводится как «в долгу не останусь, сочтемся, с меня причитается». То есть, если вдруг кто-то сделал для вас что-то хорошее, вы можете ему сказать «a buon rendere». То есть, то и как бы этот человек, он тоже не как бы, а точно может от вас ожидать ответный какой-то хороший поступок или сможет вам помочь в сложной ситуации, да. Вы ему сможете помочь. Вы говорите «a buon rendere», да, то есть «сочтемся, в долгу не останусь, при удобном случае». «A buon rendere». Следующее выражение, выражение предложения «вопрос». «Di che è la colpa? Чья вина? Di che è la colpa? Чья вина?» И вы можете ответить как «Non è colpa mia, это не моя вина, non è colpa mia». Окей? И сюда сразу же нам вспоминается со словом «кольпа» выражение, которое я как-то упоминала недавно в своих постах, «козел отпущения», «capro espiatorio», да, «capro espiatorio». Это «козел отпущения», очень такое интересное слово. Черкары un capro espiatorio, например, искать козла отпущения. Вот так вот. И с козликами тоже есть у нас выражение. Следующее выражение это cliente abituale, постоянный клиент. Очень хорошее выражение. Lui un cliente abituale, он постоянный здесь, да, клиент у нас. Хорошее выражение, запоминаем. Следующее выражение, выражение предложения восклицания assaggia. Да, в Италии очень любят есть, мы на прошлом занятии с вами как раз еду обсуждали, и если вам какая-нибудь итальянская мама или итальянка, или итальянец, они вам всегда хотят что-то дать попробовать, они вам говорят assaggia, assaggia questo, вы говорите no, non posso, sono piena, да, я заполнена, не могу уже до самого этого, то есть наелась, да, sono sazia, sono piena, вообще пену это полный, ну и про желудок тоже можно так сказать, а они продолжают, говорят assaggia, assaggia. Ну, отказаться нельзя в Италии, надо все пробовать. Dobbiamo assaggiare tutto. Allora, следующее выражение. Era ora. Era ora. Давно пора, давно бы так. То есть, например, кто-то, ну, не знаю, написал книгу. Или, не знаю, записался в спортивный зал, да, va in palestra adesso. Или сделал что там, на права сдал, наконец-то машину купил. Вы говорите, era ora. Давно была пора, да, era ora. Окей, продолжаем. Andiamo avanti. Следующее выражение «sono fiero» или «sono fiera di te». «Я тобой горжусь». «Sono fiera di te». Да, я могу сказать «Александра». Вот у меня Александра смотрит, плюсики ставит, мне я могу сказать «Александра». «Sono fiera di te». «Александра, я тобой горжусь». Да? То есть очень такое полезное выражение может очень даже нам пригодиться. Если вы... Да, кстати, о книге. Яна написала книгу итальяночка. Я, кстати, написала на самом деле книгу и скоро ее в электронном виде буду издавать. Кому интересно... Если хотите книжку, поставьте плюсики, да, сейчас напишите. Яна, мы хотим твою книжку, итальяночка. Когда же будет, да, era ora. Еще пока нельзя сказать era ora, потому что еще она в издательство не ушла. Пока только написана. Вот, скоро будем... Книга посвящена Италии, итальянскому языку немного.
Такая интересная книга. Надеюсь, что в июне я все-таки вы мне сможете сказать: Яна, эра, ора, да, давно было пора уже твою книжку нам прочитать. Вот, Мария, спасибо большое, девочки, за поддержку. Grazie mille. Если вдруг вы хотите у итальянца спросить, я сразу перехожу, да, уже на другое, с книжки мы ушли в другую степень, уходим с вами, и вы хотите сказать итальянцу: ну, дай мне посмотреть что-нибудь, да, вы можете использовать следующее выражение. Cerca di farlo, да, cercare di fare. Cercare di – это пытаться сделать что-то. Cercare – это искать. Cercare di – пытаться сделать что-то. Cerca di capire – попытайся понять. И cerca di farlo – попытайся это сделать. Мне книгу, да, с автографом, обязательно, всем с автографом, электронным, правда, пока. Allora, так вот, продолжай, да, continuiamo. Дай мне посмотреть, покажи мне что-то, да, как это сказать итальянцу. Fammi vedere, да, дай мне посмотреть. Или можно также сказать, mi fai vedere, per favore, можешь мне дать посмотреть. То есть, либо fammi vedere, либо mi fai vedere, per favore. Не забывайте per favore, потому что итальянцы, они очень вежливые. Allora, следующее выражение. Следующие два выражения, с ними поаккуратней, потому что они достаточно разговорные выражения. Первое выражение – это «non fare il finto tonto», «не прикидывайся дурачком», «non fare il finto tonto». Вот такое все «фу-фу», одно «фу» в этом выражении, да, очень сложно произнести, но «non fare il finto tonto», то есть «не прикидывайся дурачком». Это выражение мы запоминаем, но сами пока не используем, да, смотрим, потому что это достаточно такое выражение разговорное, которое еще не везде можно употребить. То есть, если вы с человеком в достаточных отношениях, таких, в легких, да, в доверительных, да, вы друзья, дружите, тогда вы можете такое сказать. Соответственно, на совещании такое вы сказать не можете, «non fare il finto tonto». Ну, не совсем это будет удобно, да. Allora, и другое выражение – это «non fare il gradasso», «не будь хвостуном», «non fare il gradasso». Тоже аккуратненько с этим выражением. Запоминаем себе в копилочку, книжечка где-то мы видим, узнаем, в газетках читаем, может, в рассказиках каких-то узнаем, радуемся, говорим, спасибо, итальяночка, что ты нас научила, и идем дальше. Allora, идем мы дальше, куда мы идем? Идем, еще один блок у нас остался. Если вдруг у вас кто-то что-то спросил, вы можете ему сказать что? Что я не имею об этом никак малейшего представления, вообще не знаю, о чем ты говоришь, понятия не имею. Как это сказать? Come si dice in italiano? Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Cioè, очень хорошее выражение, запоминайте, повторяйте. Non ne ho la più pallida idea. Все, tutto qui, очень просто. Следующее выражение. L'unica pecca. L'unica pecca переводится как единственный недостаток. L'unica pecca è che è troppo lontano. Да? Единственный недостаток – это то, что это очень далеко где-то находится. Cioè, l'unica pecca è, и дальше вы говорите, что, какой недостаток, да, у какого-то места, что стоит дорого, что находится очень далеко где-то. Ну, то есть очень хорошее выражение. L'unica pecca. Следующее выражение più o meno. Ну, più o meno, я думаю, уже вы слышали выражение più o meno, более или менее, più o meno. А, ну, например, ты понял, да, и capito, ebbe, più o meno, да, более-менее я понял, cioè, ma, ну, не совсем, да. Allora, еще одно выражение, non mi interessa, non mi interessante, non mi interessa, Виталий, по отчеству, не знаю как, non mi interessa. Да? Комментарии, когда пишем, пытаемся писать. Я очень рада, что вы что-то пытаетесь писать, и я исправляю. Если, конечно, я правильно исправляю, может быть, Виталию неинтересно вообще то, о чем мы сейчас говорим, да? А я могу сказать Виталию: ты надо мной издеваешься, mi stai prendendo in giro, да, очень хорошее выражение, mi stai prendendo in giro. Он скажет: no, Яна, no, нет, конечно, ради бога, per carità, non ti sto prendendo in giro, я не издеваюсь над тобой, sto dicendo sul serio, я это действительно серьез говорю. Правильно, Виталий, или нет? Виталий ничего не пишет. И последнее выражение – это sono tutto orecchi. Sono tutto orecchi, я весь внимание, то есть я внимательно вас слушаю. Это выражение можно заменить на ti ascolto attentamente. Я внимательно тебя слушаю. Ti ascolto attentamente. Вот такие у нас выражения. Все эти выражения в моем блоге поместились в 4 статьи. 4 статьи, такие маленькие, по 5 выражений, там такие картиночки, которые вы можете распечатать себе спокойненько и учить потихонечку. То есть ничего такого, единственное, там только 2 выражения были такие вот коварные, да, которыми нужно аккуратно. Все остальные выражения, в принципе, можно употреблять без проблем. Это у меня в блоге, напомню, мой блог italianchka.altervista.org. Заходите, читайте, там очень много информации, помимо...
Да, помимо того, что я вам сегодня прочитала, там есть еще и отрывки из фильмов. Кстати, очень интересное занятие. Вы смотрите отрывочки из фильмов, небольшие, я беру их на YouTube. И дальше вы можете смотреть как на YouTube, так и ссылочка сохраняется в блоге. Вы можете смотреть и под видео, не субтитры я делаю, а под видео, там будет перевод дословный и пояснение, почему какое время используется, почему какое слово используется. То есть очень полезное упражнение для тех, кто учит. Также в блоге можно найти много, ну, базу самую, это глаголы essere, ascolto con attenzione, ну, тоже, в принципе, можно сказать. Ti ascolto attentamente, как-то более ходовой такой разговорный, побыстрее звучит. Ti ascolto attentamente, да, внимательно тебя слушаю. Тоже можно и так, итальянский, он, видите, какой язык. То есть вы можете найти в блоге базовую информацию, это глагол essere, avere, fare, на YouTube тоже можете теперь, не все, конечно, я потихонечку стараюсь озвучивать, не все, но озвучивать, да, grazie mille, molto interessante. Потихонечку я стараюсь озвучивать все, я надеюсь, что скоро мой блог превратится еще и, ну, такой будет озвученный, не просто вы будете статьи читать, да, а еще будете вот слушать. На днях, я уже это говорила в предыдущем прямом эфире, у меня был по глаголу фары небольшой подкаст, вот, и по рыба, там, морепродукты кое-какие, это то, что с едой было связано, можете сходить на мой канал YouTube, называется он просто «Итальяночка», да, то есть ничего такого сложного нет, просто пишите «Итальяночка» и все, заходите, подписывайтесь обязательно, да, глагол «искриверси» – подписываться, я могу сказать «искривити» – подпишись, «искриветеви» – подписывайтесь, да, «аль мио канале YouTube», на мой канал YouTube. Вот так. Ну, наверное, на сегодня мы закончим с вами. Спасибо большое всем, кто пришел, присоединился, кто писал комментарии. Ссылочки я обязательно все сделаю. Если сегодня не успею, то, как всегда, на следующий день я вам сделаю ссылочки, статейку, отчет по моему прямому эфиру, где будут все ссылочки полезные, все, о чем я говорила, все там будет, поэтому не волнуйтесь, когда вы смотрите мои прямые эфиры, можете просто их смотреть. Записывайте вы уже потом, когда просматриваете, пересматриваете, проделаете двойную работу. Чем больше вы работаете, тем больше вы учите, тем быстрее вы все запомните. Я на это надеюсь. Итальяночка с вами, да. Спасибо вам большое. И еще один такой момент. Пишите, пожалуйста, на какие темы вам хотелось еще пообщаться, я буду рада составить. Ну, еще у нас еда, кстати, одна тема, я надеюсь, на следующей неделе, может быть, а может быть, кто знает. Да, не знаю, когда, в общем, будет еще тема по еде, потому что мы еще не все с вами про ресторан, кое-что я от вас утаила, надо сказать, Яна, как ты могла, да, como hai potuto, ну вот утаила, чтобы сделать еще один прямой эфир, чтобы еще с вами один раз встретиться, но я надеюсь, не один раз. Ci vediamo la prossima volta, un bacio come sempre e buonanotte a tutti, ciao bellissimi, по истории тоже что-нибудь сделаем, ciao bellissimi, bellissime tutti quanti, ciao, buonanotte.